Ноутбук Lenovo ThinkPad i490 на платформе Intel Whiskey Lake оснащается GBA AMD Radeon RX 550X. Компания Lenovo представила и уже даже начала принимать заказы на новинку в Китае – ноутбук ThinkPad i490. Устройство наверняка еще покажут на выставке CES 2019 в начале января, но основные его характеристики уже раскрыты. ThinkPad i490 оснащается экраном диагональю 14 дюймов разрешением Full HD с небольшими рамками толщиной всего 6,5 мм. Так как устройство базируется на платформе Intel Whiskey Lake, то на выбор предлагаются процессоры Intel Core 8-го поколения, Core i5-8265U, 1,6, 3,9 ГГц, в базовой конфигурации и Core i7-8565U, 1,8, 4,6 ГГц, в топовой. Еще есть дискретная видеокарта AMD Radeon RX 550X 2 ГБ собственной памяти DDR5, причем она присутствует во всех версиях ThinkPad i490. Ноутбук имеет два слота для модулей оперативной памяти, поэтому максимум АЗУ достигает 32 ГБ. Подсистема хранения данных может содержать два накопителя SSD типа размера M.2 объемом до 512 ГБ и HDD типа размера 2,5 дюйма с интерфейсом SATA и объемом до 1 ТБ. Среди разъемов – по одному порту USB 3,1 Type-C и USB 2,0 Type-A, а также два USB 3,0 Type-A, видеовыход HDMI 1,4B, слот для карт памяти microSD и настоящая редкость для современной модели – сетевой разъем RJ45. Габариты ноутбука составляют 329 на 242 на 19,9 мм, масса 1,75 кг. Стоимость стартует с отметки $870. В эту сумму оценен вариант с процессором Core i5, 8 ГБ АЗУ и SSD объемом 256 ГБ.